Друзья, всем привет, это мой твинк, мы его хотели прокачать на фулл по картам, также прокачать по кубкам, рекорд у нас получился 4700, и, ребята, на этом все, на этом я проект свой заканчиваю. К сожалению, мы не дошли к цели, очень жалко, так случилось, что минуснули гемы, и этот аккаунт я, скорее всего, разыграю бесплатно среди вас, кто вдруг захочет его бесплатно забрать. В общем, я долго сидел, думал, его даже были готовы купить, и причем за немаленькую сумму, но как-то сделка не состоялась, и я не стал дальше топить за ту тему, чтобы там где-то выставить его, прорекламировать, чтобы его купили. Ну, потому что как-то все равно минус гемы и, ну, не знаю, как-то продавать мне не захотелось. Сам на нем тоже продолжать не буду играть, потому что, ну, как бы они мне все сделали так, что я... Мне очень много нужно донатить опять, 50 тысяч закинуть, это только покрыть долг. А потом еще сверху приблизительно 50 тысяч, чтобы докачать до конца. 100 косарей гемов мне понадобится, чтобы просто довести его до фула. Не сильно хочется, ребят, не сильно хочется. Я думаю над новым проектом, и если я буду создавать нового твинка, лучше я 100 тысяч гемов закину туда, и с какой-то новой колодой, с какими-то новыми эмоциями мы будем снова прокачивать аккаунт. До конца сезона я как бы тоже еще буду играть на нем, попытаюсь, конечно, поднять то, что хотел поднять с такой вот прокачкой. Разыграю совершенно бесплатно. Также хочу сразу обратиться к тем игрокам, которые напишут, или не только игрокам, просто зрителям, которые напишут: сейчас бы разыгрывать аккаунт с минус с гемами. Камон, ребята, вас никто не заставляет участвовать в конкурсе. Не нравится аккаунт, а проходи мимо. Тебя что, кто-то вот заставляет? Бери и участвуй. Нет, это добровольно. Хотите, участвуйте бесплатно, кто-нибудь заберет. Тем более, теряете вы ровно ничего, потому что донатил я. Вы получаете бесплатно. Да, минус гема, ну так случилось. А что мне, ну просто оставить его и... Что он, пускай он... Ну, в АФК сидит постоянно или что? Ну, пускай ему что-то играть на нем будет, поэтому и разыгрываю совершенно бесплатно. Значит, условия будут достаточно простым. Первое, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, на котором вы сейчас смотрите ролик. Подписаться на мой инстаграм. Если вы, вас нету в инстаграме, да зарегайтесь, там буквально 5 минут дела. Ссылка будет в описании. И третье, это сделать репост с моей странички этого ролика. Естественно, на мою страничку тоже быть подписанным. Три действия: подписка на канал, подписка на инстаграм и репост. Ссылки в описании. На страничку тоже нужно подписаться. Вот и все. Подведем итоги, ребята, на следующих выходных. Сейчас у нас суббота, 8 число. Сделаем результаты 15-го, ровно через неделю, в субботу. На стриме. На стриме я выберу победителя. Если за эту неделю ничего не поменяется, ну вдруг такое мне захотят те заказчики, которые гемы мне донатили, захотят вдруг... эти гемы снова задонатить мне, чтобы у меня не было минуса. Возможно, возможно, я этот аккаунт разыграю чуть-чуть попозже. Ну или же договорюсь с победителем, чтобы я продолжил этот сезон играть на аккаунте, отдам ему его полностью, точнее, он получит доступ, но хотя бы, чтобы он мне не мешал, чтобы я смог довести его до фула. Я доиграю до конца, а потом он полностью будет его. Но это если поменяется вдруг что-то, но я сомневаюсь, конечно. А так, в целом, в субботу победитель получит свой аккаунт, если он захочет, чтобы я до конца сезона поднял еще трофеи. Я, естественно, это сделаю. Ну, а я сейчас проведу последние онлайн-каточки. Наверное, последние, не факт. Опять же, все решится через неделю. И будет видно, если... Опять же, я выберу победителя, и он скажет: Холдик, да, я тебе, в принципе, разрешаю, напили на нем еще видосы, и до конца сезона, возможно, ты поднимешь хотя бы те кубки, ну, постарайся, которые я планировал. По прокачке, конечно же, ничего не изменится. Вот какая прокачка уже есть, такая она, к сожалению, и будет. Прикольный шахтер с мостика, ребят, ну... Честно сказать, жалко мне этот аккаунт, жалко, он мне так приелся, он мне так нравится, и это один из тех проектов, который мне реально зашел, и мне хочется на нем играть, но я не могу, я же сказал, мне надо сотку гемов закинуть, это очень много, очень дорого, и нету смысла, лучше создать новый аккаунт. Но опять же, если заказчик захочет мне покрыть там, ну, я не знаю, с какой-то компенсацией, да, что взамен я куплю такое же количество гемов, 50к закроет, без проблем. Я еще сюда закину геймов, я докачаю до фула. Как бы, ну, почему бы и нет. Вот. Но если ничего не поменяется, то отдам ему кого-то бесплатно из вас. Так, чисто по фану, естественно, я понимаю, что этот аккаунт ничем, точнее как, основным аккаунтом не будет. Так, по фану, твинк. Хотя прокачка тут такая, что у некоторых до сих пор на основе такой прокачки нет. Поэтому, ну, посмотрим. Он хоть и выбросил вначале очень странно шахтера, но тем не менее он уже вторую мою вышку сносит, а я еще даже к первой не пробрался. Замечательно, прикольно. 4400 кубков. Прям жесть.
Ну, тут просто проблема в том, что у него Инферно. А, вот, а Инферно, конечно же, дефает меня до двойного эликсира. Ну, вот сейчас остается 15 секунд. Надеюсь, за это время я успею построить какую-то атаку. К сожалению, разряда еще до сих пор нету. А, гоблинов дефать мы не будем. Запускаем пушку на колесиках. Пушка быстренько-быстренько дефает. Так, здесь давайте Валькирию закинем. Так, у нас уже есть разряд. Здесь Мегаминьон. Причем Инферно у него, ребята, максимального уровня. Используем разряд. Так, здесь давайте минус Инферно, найс. Здесь дракончик. К сожалению, пушка сдохла. Но я надеюсь, что вышку мы снесем. Также закидываю резко пушку слева, потому что вряд ли ему есть чем дефать. О, он еще сливает шах... Ага, вот, он уже прокрутился. Ну ладно. 1000 хп остается у нас. 1000 хп. Значит, закидываем Валькирию. Он сейчас много карт слил, с которыми он мог бы связать хорошую атаку. Поэтому надеюсь, что мы сейчас спокойно задефаемся. Так. Блин, что-то мне придется еще разряд тратить. Потому что... немножечко я не планировал такого поворота событий, что шарик вышка не будет изначально дамажить. Так, мне сейчас шахтера, да, словить, наверное, надо, или что? Или как? Или... Вау. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, вот так вот делаем. Здесь давайте дракончик. Блин, как бы его поступить-то правильно? Так. Так. Ладно, будем аккуратно играть. Будем играть аккуратно. Здесь давайте ядом накроем. Блин, Мегаминьона слил зачем? Ладно, крутимся. Нам самое главное крутиться до торнадо. Торнадо у нас уже есть. Используем Валькирию. Дальше сейчас используем торнадо. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. Главное, чтобы шарик... Да падла, он долетает, что взорвется возле вышки. И остается у нас очень мало хп. Так, он тратит, короче, инферно. Давайте попробуем пушка, пушка. Давайте, две пушки должны быстрее снести. А, зашибись, друзья, зашибись. Классный аккаунт. Хоть и минус гема, ребята, но полляма, даже больше золота. Даже, посмотрите, даже с учетом того, что если решится проблема с гемами, все равно я его разыгрываю, как бы конкурс от этого не меняется. Вам всего лишь нужно подписаться на канал, на Инстаграм и ВКонтакте репост сделать. И подписаться на мою страничку, все ссылки будут в описании. Вот, и что еще? И если решится вопрос с гемами, то, блин, это вдвойне будет круто. Аккаунт уйдет, ну, то есть, с нормальным балансом, с, как это, с положительным балансом кристаллов. И при этом еще с хорошей прокачкой, возможно, даже фул. Против меня сейчас контр-колода, друзья. Я даже не знаю, я даже дефаться не хочу. Потому что пламенный дракон... А ну сейчас, подождите, сейчас может что-то получится. А ну пушечка, а ну найс, найс. Ну естественно вышку теряю, но возможно у меня получится забрать слева. Да, получилось, а нет, не получилось. Ну ладно, давайте ядом дамажим. Так, здесь Мегаминьон. Дракончика ж убьют, да? Убьют же дракончика, да, найс. Две тычки, да? Две тычки сделал шарик, но не критично. Попытаться можно, но 1400 хп сейчас просто выбросит лаву. А нет, просто выбрасывает разбойников. У меня сейчас нету вообще контрить, чем воздух, только дракон и этот Poison, этот, ну вихрь, торнадо. Так, ну окей, ладно. Здесь у нас Валькирия пойдет, здесь дракончик. В принципе, что я тут еще могу придумать? Надеюсь, блин, жесть. Ну давайте пушечку на колесах, пускай дракончик там пушечку немножечко побьет. Так, здесь у нас разряд. Вау, разряд убивает этих. Ну, круто. Так, торнадо я не тратил. В принципе, вроде как задефался. Отвлек пушкой. Пушка хорошо отвлекла дракончика. Блин, и мой маленький дракончик сдох. Ух, какой я нежный маленький дракончик. Так, ну, смотрите. Минута остается. Ставим голема. Слева, как бы, вышку, можно сказать, уже считать, что я забрал. Вот, но, ребят, очень много контры. Пламенный, Мегаминьон, смотрите. Ну, до хрена, что контрит меня. Я не знаю, смысл даже есть ли дефаться. Ну, попробуем. Так, здесь ой, Мегаминьон. Ну вот, видите, да, пламенного выкинул и все. И все. Так, ну пробуем дефать, как бы шансы еще есть.
А, шансы еще есть, хотя и маленькие. А, у него еще и у него еще и молния. Ну тут контр однозначный. Однозначно контр. А, так, 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 так. Этот, как его? Разряд. Ну все. Я слева вышку сейчас заберу. Ну а справа, вы сами понимаете, что я уже не отдефаю. Как бы я не хотел. Ну хотя, смотрите, он что-то делает херню какую-то, да? Зачем он слил пламенного, я не понимаю. А, ну все, сейчас молнию. Давайте попробуем словить. 131 хп. Надо было. Ну, если бы я знал, что молния не добьет, я бы валькирию вместе с этим. С пушкой вот сюда, в середину. И может быть, каким-то чудом мы бы забрали его сторону. Ну а так, сейчас он стрелы докинет и все. Пац, и все. Ну, я вам говорю, ребят, это контр. Короче, ладно. Спасибо всем, кто смотрел этот проект. Честно, грустно, что он заканчивается. Джиджик мне зашел, не знаю, как вам. Колода мощная. Сука, Supercell, блять, не дали нам доснять до конца все ролики. Я знаю, что виноват сам, что покупал дешевле гемы. Да мне похуй, я в конце, вот видите, бомбит на меня, просто... Не насрать. Да, покупал дешевле, потому что я шатал вот эту цену в игре, которая загнивает уже. 100 баксов тратить на не хрен пойми что, на вот картинки, не. Конечно, покупал дешевле, потому что это проекты новые. Я их и буду дальше создавать проекты и, ну, естественно, буду донатить дешевле гемы, если, конечно, это будет возможным. Если не будет возможным, значит, не буду больше делать проектов. В общем, прощаемся с ним. Кому-то достанется бесплатно из вас. Через неделю, 15 числа, на стриме приходите. Я его разыграю среди вас по репостам. Обязательно подписка на канал, подписка на инстаграм, репост с моей страницы. И добавить меня в друзья тоже надо. На страницу мы тоже подписаться. Спасибо всем. Прощаюсь. Кому-то он достанется из вас. Прощаюсь с этим аккаунтом. И напишите ваши идеи для нового проекта. С какой колодой? Потому что в скором времени я буду думать над созданием нового аккаунта. Пока, ребята. Скоро увидимся. До новых встреч.